Есть два Дегу, Сева и Леон. Они очень дружелюбные существа. А часто сидят вместе и перепискиваются. Здорово. Что еще они умеют делать, ребят? Иногда таскают корм из кормушки в сено. Любят есть. Угу. Любят... Чем кормите? Кормим! Кормим салатом с водой. Водой, правильно. Водой и кормим специально для Дегу. Через некоторое время положим в клетку сухарики. В клетке должно быть колесо, в доме какой-нибудь, трубка какого для хомячков. Теперь о характере этих Дегу. Поилка еще должна быть. И корм. Теперь характер. Давай. Сева у нас разведчик. Все первое изведывает. Угу. Весь очень любит лазать. Первое время Леон сначала очень пугался. Угу. Когда его привезли, он забрался вот сюда и сидел. И еще сюда. А как же он оттуда слез? Он спускался. Он очень хорошо лазает. Угу. А что у вас над клеткой там написано что-то? Над клеткой написано латинское название, где живут эти животные. Ахратон Дегус, Русская Республика Чили, Сева и Леон. А Чили, ребят, Чили это где? Чили это в Северной Америке, в Южной Америке. Нельзя жирное, жареное. Им нельзя есть жирное, жареное, острое, сладкое, соленое и консервы. Угу. Им необходимо зерновые смеси с добавлением сушеных овощей, хлеб, сухари, бобовые, свежие овощи, несладкие фрукты, сено и свежая трава, высушенная крапива в качестве добавки, сухие и свежие ветви, в том числе хвойные, минеральные и витаминные добавки, подкорм. У них гоморуз, сухой корм для кошек и сухой корм для кошек. Лакомства у них это орешки, ягоды и семечки. Все в сыром виде. Как часто убираться надо? Убирать клетку надо не меньше нескольких раз в месяц. Вы давно убирались в клетке? Только убирали клетку только сегодня. А много там грязи от них? Грязи от них действительно много. Еду растаскивали. Они типа белок. Они берут корм и прячут. Корм. Сначала берут корм, в рот суют и прячут. Они раз соорудили здесь норку. И сейчас мой Дегу или орешки. А как вы их различаете? Серенькие. Как вы их различаете? Мы различаем по шерсти. У одного светленькое, более светлое. Это у кого? У моего более светлого. А твоего как зовут? Его Дегу. Это Леон, мой Сева. Так, Сева разведчик, а Леон что делает? А Леон любит покушать и полазать в песке и полежать, я думаю. Отлично, полежать это здорово. Как ты, Петь? Все, спасибо, мальчишки.